Ну что, уважаемые любители рок-музыки, вот мы и находимся в ресторане на 7 этаже с прекрасным видом на Исаакиевский собор, на видовом месте, нас уважили, посадили на самое лучшее место. Ну, а Волчука, я знаю, куда еще могут посадить настоящего лучшего рокера в России, только сюда. Хороший вид, мне нравится, вот здесь мне нравится, практически как из нашего номера. Только наш номер чуть-чуть пониже. Сейчас попробуем, чем они тут людей пугают. Я уже выбрал. Нам в стол. Угу. Ролл. Угу. Давайте салат с уткой домашнего копчения. Угу. Тартар из тунца. Угу. Креветочки. Угу. Мне, пожалуйста, форель. Угу. А моей даме лосося в терьяке. Ну, пока все, потом десерт мы закажем. Да. А, стоп, белого вина хорошего. Ну, мне не надо моей даме. Шардоне хороший, да, давайте. Ну, вот заказ сделали. Все посмотрим. Время пошло. Но пока еду не принесли, уважаемые любители рок-музыки, я хочу, как начинающий рок-музыкант, обратить ваше внимание на звук. Мне понравилось. Вот смотрите, как ненавязчиво звучит здесь хорошая музыка. Это признак хорошего ресторана. Я уже им делаю авансы. Я еще не пробовал еду, но уже авансы делаю, потому что звук, обратите внимание, я замолчу. Ну, согласитесь, красиво, мелодично. Женщина поет каверы известных музыкантов. Ненавязчиво. Если не акцентировать на этом внимание, то даже это не заметишь. Но это создает атмосферу. Вот это я отмечаю. Пока не принесли еду. Потом уже будет не до этого. Нужно будет пробовать, чтобы вам доложить, что они тут творят. Нам принесли комплимент от шефа. Я очень люблю комплименты, когда мне делают. Я хоть и начинающий рок-музыкант, но очень люблю комплименты. Особенно от шефа. Такие чипсики с маслинками. И, что самое важное, что мое начальство разрешило мне это все попробовать. Поэтому я, с вашего позволения, аккуратненько попробую чипсика. Хорошо. Вот скажу вот так вот честно. Хорошо. И вы должны учесть на будущее, уважаемый любитель рок-музыки, что Волощук СД очень любит комплименты, особенно от шефа, и аплодисменты. Поэтому на будущее готовьтесь. И не забывайте об этом. Всегда надо приветствовать меня, когда я буду ходить на сцену и бурно сопровождать все мои песни. Вот так. Как-то так. Ну что, ну попробовал я комплимент. Понравилось мне. Ну что я могу сделать? Если мне нравится эта жизнь, что я могу сказать? Ну, нравится мне эта жизнь. И чипсы нравятся, и маслины, и вид на город, и рок-путешествия мне нравится. И мне нравится то, что вы внимательно следите за нашими рок-путешествиями. Спасибо вам огромное за ваш интерес к нашему творчеству. Вот мне все это нравится, жизнь мне нравится. Вот такой я человек, что ничего не могу с собой поделать. Вот такой вот я. И пока мы сидим, ждем еду, уважаемые любители рок-музыки, я вспомнил про лекцию сотрудника музея Битлз Коли Васина и самого Колю Васина. И вспомнил о том, что я сочинил песню «Город камней поэтов», и мы сняли клип на нее, ну, наработки сделали, видео. И поэтому я хочу порассуждать о Коле Васине и о поэзии. Вот человек ничего вроде бы не сочинял, он просто собирал артефакты, связанные с Битлз. Он организовал концерт, организовал лекции, он был фанатом Битлз. Но я хочу сказать, это и был настоящий поэт. Я возвращаюсь к тому, что поэт, поэзия – это образ жизни поэт. Это состояние духа. Вот Коля Васин, царство ему небесное, это был настоящий поэт. Вся его жизнь – это была поэзия, посвященная рок-музыке. Музыке. Рок, если убрать приставку. Музыке было посвящено. Такой вот человек Коля Васин, к сожалению, покончил жизнь самоубийством. Но о нем сказано было очень много теплых слов. И я повторюсь еще раз, что поэт — это состояние духа, а не рифмы. И не техника поэтическая. Ну что могу сказать? Путешествие великолепное. Мне очень понравилось. Очень понравилось путешествие. Сейчас подводим итоги, потом расскажем еще про ресторан, но в общем целом путешествие. Я уже вам как-то рассказывал о том, что самая главная закуска, самая классная, которая разогревает аппетит у любого человека, это, конечно же, хлеб. И
нему масло. И вот в русских ресторанах это всегда делают, подают. Я хочу попробовать. Что попробовать хочу? Хлеб хороший или нет? Это очень важно. Самое главное, чтобы он был хрустящий и свежий. Если он черствый и старый, то это аппетит не разогреет. Попробую. Ну, что могу сказать? Хлеб-то свежий, но не хрустящий. Прокол. Пробуем, что тут за масло. Ну, масло отлично. Ароматизированное. С карамелизированным красным луком. С карамелизированным красным луком. Вот подсказали мне. Специалист подсказал. Вы поняли? Великолепный вкус. Реально. И вкусно. Уважаемые любители рок-музыки, вы только не подумайте, что мы обжоры. Просто я специально беру побольше блюд, чтобы попробовать по чуть-чуть и потом доложить вам, как оно вкусно, невкусно, и оценить ресторан. Вы же знаете, я же как будущий эксперт Мишлен, я должен иметь представление. Поэтому я должен все попробовать, доложить вам и доложить в Мишлен. Хорошо тут готовят для русских рок-звезд. Или балуются. И всякое готовят непотребство. Все, проверим. Что бы заказали, я напомню вам. Роллы. Креветки в кляре с каким-то соусом, тартар из утки с разными всякими овощами и так далее и тому подобное. И тартар из тунца, тоже с чипсами. Сейчас будем пробовать и докладывать. Вот так. С вашего позволения я начну с роллов. Видите, они в огурце, такие оригинальные. И буду я есть руками, как настоящий японец. Но опять-таки, с вашего позволения. Ну, попробую. Необычно, вот что могу сказать. А необычное, знаете, что придает? Не внутреннее содержание, а именно огурец. Он такой придает пикантный, необычный вкус. Потому что мы привыкли в этих всяких якиториях. Там в основном-то оборачивают не в огурцы, а в что-то другое. А здесь вот такое. И вкусно, реально вкусно. Теперь я, с вашего позволения, попробую креветочки в темпуре. С вот таким вот интересным каким-то соусом. Вкусно. Соус, как вы видите, сливочный, чуть сладковат, а креветочки чуть солоноватые. В общем, хорошо. Вот вкусно, вот реально вкусно. Прям остановиться не могу, еще одну съем. Хорошо. Уважаемые любители рок-музыки, перехожу к третьему блюду. Домашняя копченая уточка с салатом. Ну, вернее, так называется, салат с домашней копченой уткой. Сейчас попробую. Попробую. Уточка великолепная. Свеколка. Дополняет грамотно. Очень хорошо. Редисочка и морковочка. Вы знаете, неожиданность именно в этой свекле. Она проварена, но не сильно. Потому подхрустывает. И вкус придает. Класс. Мне понравилось. Вот именно вот это мне и понравилось. Сочетание свеклы, чуть-чуть проваренной и копченой утки. Во! Уважаемые любители рок-музыки, ради вас я иду на подвиг. Какой? Гастрономический подвиг. Я не люблю тартары, но специально его заказал, чтобы попробовать и сказать, как они готовят, его вкусно или нет. Это тартар из тунца с чипсами. Я попробую. А вы знаете, ничего. Ничего, я хочу сказать вам. У меня почему-то предубеждение к тартарам. Уважаемые любители рок-музыки, ну что хочу сказать. Я не зря пошел на риск. Вроде неплохо. Вот так вот я скажу. Ну все это было сделано ради, только исключительно ради вас. Чтобы вы знали, можно тут заказывать тартар или нет. Ну, можно. Вот так бы я сказал. Можно заказывать тут тартар. Уважаемые любители рок-музыки, ради вас я пошел на двойной подвиг. Вы спросите, а какие двойные? Сидишь там, объедаешь, какой двойной? Какой подвиг? Первое. Я пошел на то, что заказал аж 4 закуски. То есть, моя борьба с лишним весом пошла сегодня под откос. Но это только ради вас я пошел на этот подвиг. А второй подвиг, я заказал себе тартар из сырого тунца. Я не люблю тартары, но ради вас я заказал, попробовал и доложил. Вроде бы как ничего. Вот так вот я бы сказал. Поэтому двойной подвиг. Но подвиги на сегодняшний вечер еще не закончились. Почему?
Да потому что я заказал себе карельскую форель с овощами. Это будет третий подвиг. То есть удар по организму будет третий. Но самый главный подвиг. Я запас под самый конец. И тут даже начальство меня не остановит, потому что этот подвиг я сегодня совершу в любом случае. Я брошусь на амбразуру. Я закажу себе Наполеон. Вот так вот. И начальник не сможет меня здесь остановить. Вот так вот, Елена Ивановна, не получится у вас ничего. Сегодня не получится, я заслужил. Я 3 дня рук путешествовал, сочинил 2 песни, посетил 2 концерта, 2 выставки, лекцию Castle Rock. Я все сделал, поэтому я имею право сегодня. Вот так вот, уважаемые любители рок-музыки. Только ради вас. Я 4 подвига вот здесь. И надеюсь, что это принесет свои плоды, эти подвиги. Потому что, вы знаете, подвиг совершить можно, повторить его нельзя. Поэтому не пытайтесь повторить и объедаться. Держитесь диеты. Мне принесли карельскую форель, запеченную вот в этой бумажечке с овощами. Да попробуем. Подвиг надо совершать осознанно. Я понимаю, что это порыв души, но все равно нужно немножко осознавать, что ты делаешь. Поэтому я попробую. Нормально, вот так бы я сказал. Нормально. То есть я действительно совершаю подвиг. Потому что, знаете, когда говоришь, ну это супер, это высший пилотаж, то это уже не подвиг, ты уже начинаешь наслаждаться, это уже какое-то извращение. Это уже не подвиг. А тут подвиг, когда ты тартар ешь из сырого тунца, это для меня это подвиг, я его никогда не ем. И когда я ем такую рядовую еду, это я тоже совершаю подвиг, ребята. Поэтому не в обиду этому ресторану. Все добротно, все вкусно. Но это не высший пилотаж. Это хорошая твердая четверочка. Если использовать термин из мира моды, то это так casual. Casual. Но не высокая мода. Хорошо, добротно, вы не пожалеете, если зайдете сюда. Но это обычная еда. Вот так вот я бы сказал. Наступает торжественный момент восхождения Волощука СД на Голгофу на заключительном этапе подвига гастрономического. Эта фаза особо опасная. Почему? Потому что смотрите, что здесь творится. Здесь и безе, здесь и сливки, здесь и крем, здесь и тесто слоеное. И самое главное, что я иду на двойной подвиг еще какой. Я иду наперекор гневному осуждению моего начальника. Я пошел на все ради вас, чтобы потом вам рассказать, какой здесь Наполеон, хороший или нет. Умеют они или балуются. Сейчас попробую, все, все, прощайте, я пошел. Здесь, видите, грушка в вине, как дополнение, чтобы усложнить мой подвиг. Чтобы мне тяжелее было. И безе, видите, такое соблазнительное. А, все только ради вас. Но больше я есть не буду. А знаете почему? Потому что я едал наполеоники покруче. Очень обычно. Просто размалевано. Но нет, спасибо. Прерываю подвиг свой. Прерываю на корню. И буду радовать свое начальство, что я сегодня много не съел. Подвожу итог. Этому ресторану. Обслуживание 5 баллов. Ребята молодцы. Очень вежливо, быстро и вдумчиво следят за публикой. Если человек что-то захотел, даже не надо звать, ничего. Посмотрел, как тебе сразу подошли. Тут 5 баллов сразу ставлю. Класс. Вид. Во. На Исаакия. Отличный. Но вы же сами понимаете, что самое главное в ресторане – это кухня. Поэтому блюда обычные. Вот так вот. Хорошее, добротное, вкусное, можно наесться. Но если вы хотите эксклюзива, если вы хотите получить наслаждение от еды настоящее, то это не сюда, это не в этот ресторан. Пусть они на меня не обижаются, но это так. Кофе нормальный. Кофе нормальный, вкусный, не горький, хороший. Но вот так вот. Так что они не дали мне совершать подвиг до конца. Я в конце сдался, сорвался в сторону. А так хотелось быть героем. Ну что делать? Я попробую совершать подвиг где-нибудь в другом месте.
с вашего позволения, вторую попытку сделать. Или пятую, не знаю, какая уже по счету. Хорошо, договорились? Ну тогда все. Всем привет. Из жизни русской профессуры, из жизни докторов наук, истории вам без цензуры, расскажет рокер Волощук.